Привет, мои хорошие ребятулики и девчули. Помните ту ситуацию, когда я парня выручил с часами, когда я пришел и ему отдал часы за небольшую плату, хотя они стоят в два раза дороже. Ну, скорее всего, он меня обманул. Опять же таки, ситуация такая. Я предвидел, что он мне ничего не доплатит, он там плакал, что у него проблемы, что сын... О, подтверждение, гром на улице, что сын разбил часы, нужно ему, честно вам сказать, не жалею, значит, ему были нужнее. Но если человек обманул, не хочу, чтобы его Господь наказывал. Ну, как-то вот, знаете, хочется людям доверять, но человек проявил себя очень некрасиво, сказал бы там, он даже не перезвонил, то есть прошло уже там, я не помню, когда часы ему эти продавал, то есть они мне достались там бесплатно, я на них все равно заработал, но сам факт, что вот такие отношения меня практически в жизни никогда не обманывали. И когда ты теряешь доверие к человеку, это, конечно, очень плохо. К чему видео? Давайте будем быть честными. Чем больше вот такого обмана, люди перестают доверять. Это не есть хорошо. Дай Бог, чтобы он эти часы носил долго, но я уверен, что Господь за такие поступки наказывает. То есть это фактически обман. Но я честно вам скажу, абсолютно на него... Опять гром среди ясного неба. Я на него не серчаю, не расстраиваюсь. Ну вот решил такое снять видео. Чтобы ребята, которые занимаются в бизнесе, понимали, что вот есть такие обманщики, которые пытаются какие-то басни рассказать. Но он-то не знал, что я и так на нем уже заработал. Короче, ребята, все, пошла массовка.